чувачки. Я в Киеве. Куда нам идти? Гольф-клуб? Гольф-центр. Сложно. Нам в ту сторону. Погнали. Сейчас идем на видео People, не знаю, как-то стрёмно с камерой ходить. Сейчас на каждом шагу блогеры отвечаем. У меня есть дурная привычка всегда опаздывать. Но не в Киеве. Я всегда успеваю заранее. Мы за час до регистрации на видео People. Ребята, сейчас самое сложное. Выбрать, куда идти. Не, серьезно, я не знаю. Как запустить свой канал в 2016? Хочешь узнать, как запустить мой канал в 2016? Это интересно, да. Вот я мечтаю запустить канал. Ну, короче, думаю, будет весело. Ну, это очень круто, по правде. Даже еще до начала. Увидеть, сколько популярных блогеров, в принципе, вживую. Еще когда ты блогер. Это очень круто, реально. Не передать эмоции. Ну, реально круто. О, нет. Руслан вейпер. Руслан вейпер. Тревожник это навес. Все на сессиях о чем-то новом, а мы пошли качаться. И мы оба впадаем в безумие, безумие. На качельке качаться. Та-та-ра-та-та. Как же сложно. Я устал безумно просто. Вот бы бомбу сюда кинуть, сейчас бы всех взорвать. Убейте меня. Не ожидал, что последние минуты настолько будут классные. Мы уже с Женьком. Женька это не волк, это Женька. Цитата Джо. Я ссылку оставлю в описании в любом случае. Последние минуты смотивировали меня делать монтаж. Делать. Извините за то, что руки так трусятся. Я не спал трое суток. Но теперь я хочу записывать и подальше находиться от YouTube-компании, потому что это не мое. Я сам по себе, как я уже привык, буду сам развиваться, буду сам все делать. Через год посмотрим. Ребята, идем на видеожару. Мы дебилы. Мы, как всегда, теряемся в Киеве, и поэтому мы пошли кто знает куда. Думали, что нужно идти вниз, оказывается, нужно идти вверх. И теперь чесать где-то километра два. Короче, ребят, встретимся уже, наверное, на видеожаре, если опять мы не потеряемся. Потому что мы любители. Ребята, мы потерялись. Чтобы вы понимали, синие – это мы, а вот куда мы должны были пойти. В общем, мы потерялись. Мы не знаем, где этот МВЦ. Не, ну это трындец, короче. Сейчас будем опять искать МВЦ. Если за углом не МВЦ, обидно. Это не МВЦ, это гипермаркет. Мы все-таки нашли этот МВЦ. Ладно, ребята, я пока пошел регистрироваться, потом встретимся. Это пирамир. Даша кусается. Это, короче, я и Антон. Ha ha ha!
Ребят, вчера камера села, поэтому все самое интересное будет только сегодня. Предатель, я тебя вызываю на битву. Предатель. Знаете, как отличить сверхразум от обычных людишек? Сверхразум? Ты придурок? Ну мы сверхразум. А. Типа мы заныкали напитки и теперь идем по ним. А сейчас пойдем, попьем и обратно на жару. А, вон. О, наши напитки. Даша, давай. Даш. Все цело. Холодное? Ну так. О, так оно еще и холодненькое. У тебя? А у меня нет. Даша пьет. Эксклюзивные кадры. Шок, сенсация. Даша, фу, энергетик. Энергетик, воду, которая продается там, чтобы пронести, но мне кажется... Бесплатно дается. Да, она на воду не похожа, поэтому, мне кажется, ничего нифига не прокатит. Давай тебе положим, я к себе не хочу. О, типа, если что, меня спалят и больше не пустят. Да. А может, типа, если мы блогеры, то можно нам пронести? Может. Ой. Эй, можно что-то люфировать? Да. Вы знаете, как его зовут? Милскил. О, гигант! Я поздравляю. Меня нашли. Не знаю. Пару слов. Какие ваши впечатления? Ну, понимаешь, П. Популярность? Фестиваль оказался очень крутой, даже не думал, что будет так круто. Завтра уже буду снимать, как пойду на сходку. Надеюсь, хоть кто-то придет, по правде. Надеюсь. Спасибо Эйру за организацию этого фестиваля. И вообще, вы очень ко мне тепло отнеслись. Спасибо вам огромное. Сейчас самое сложное и самое интересное. Я сделал сходку, и человек как минимум написал, что не будет. Короче, весело. Я надеюсь, реально, хоть кто-то придет. Знаете, что самое обидное? Меня люди упросили как бы сделать сходку, но эти же люди мне потом написали то, что они не смогут прийти. И вот это очень обидно. Привет! Это первые ребята, которые пришли, я думаю, это и последние ребята, которые пришли. Ну, много кто отказался, это обидненько. О, еще ребята подошли. Я не знаю. Хочу сказать отдельное спасибо ребятам, которые пришли на сходку, ведь это было очень круто. Мы ели конфеты Jelly Belly, погуляли, в общем, поразговаривали. Было очень весело. В общем, огромное вам спасибо. У нас маленький беглец, который изначально за нами следил. Вот этот парень сзади нас все время ходил и за 3 часа боялся к нам подойти. И просто ходил рядом, типа, я на сходке. Мне было очень смешно, когда я это узнал. А теперь пока. Пока-пока-пока.